Муссонные дожди привели к масштабному наводнению в стихийном лагере беженцев Рохинджа на юге Бангладеш. Сейчас там находятся сотни тысяч человек, бежавших от насилия в Мьянме. Местные власти уже начали операцию по их переселению. Между тем, США выделили почти 100 миллионов долларов на помощь представителям народности Рохинджа. Им предоставят продукты, палатки, медицинскую помощь, воду и средства гигиены. Отмечается, что многим требуется психологическая поддержка. Напомню, очередной виток напряженности в Мьянме произошел после серии нападений боевиков Рохинджа на полицейские посты и воинские части. Вода повсюду, мы не можем здесь больше оставаться. Кроме того, не хватает палаток, а также питьевой воды и еды.